Ребята, всем привет! Хотел сегодня поговорить с вами на тему бренда Alpine Stars и сделать небольшую пометочку, что у всех Alpine Stars ассоциируется со спец какой-то продукцией, да, то есть это мотоботы, это джерси, это штаны, это различные куртки для дорожных мотиков, это различные куртки для там эндуро-версии, дорога, всякие там, да, вот всякие подобные вещи. У меня их как бы очень много, потому что я всем пользуюсь, много езжу и на снегоходе, и на мотике, и эндуро, и фристайл-мотокросс, и мотокросс, везде по чуть-чуть, помимо своей основной деятельности, поэтому как бы у меня очень много всего. Но я также как бы хотел заметить, что Alpine Stars делает всегда супер качественные. Вот если, например, взять, не знаю, там дорожные, например, ботинки, да. То есть, если их там разобрать по частям, я уже делал по ним, кстати, обзоры, то это вообще такое своего рода произведение искусства, супер качественная вещь, супер достойная, как бы. И, ну, это из категории, когда ты покупаешь шмот, и ты понимаешь, что он точно годен, и его приятно одевать, его приятно носить, в нем не стыдно прийти, и ты при этом еще круто выглядишь. Вот, поэтому у Alpine Stars еще также очень сильно развита линейка casual, то есть у них очень качественные худаны, у них очень качественные майки. Вот, я с удовольствием, несмотря на то, что я буду честен, что у меня основная одежда это DC Russia, да, то есть как бы я уже с ребятами сотрудничаю больше 10 лет, один был из первых в команде, вот, и как бы, собственно, постоянно у меня и кеды, и джинсы, и кофты, и куртки, и там, и все прочее, и Quicksilver гидрокостюмы, да, то есть у меня как бы все от них, вот, но тем не менее, когда я гоняю там на дорожном мотике, я с удовольствием одеваю вот эти вещи, то есть они как бы специализированы, они круто выглядят, и я повторюсь, как бы качество, ну, реально на очень высоком уровне. Это очень круто выглядит, это удобно, качественно, так что как бы лайфстайл одежды у Alpine Stars тоже присутствует и очень крутая.